Так, всем привет. Мы находимся на китайском сервере. Очень многие после моего обзора на магазины и на топов серверов различных в мире спрашивали, как попасть на китайский сервер и, в принципе, где скачать клиент и тому подобное. Ребят, сразу ссылку на клиент я оставлю внизу в описании. Но это не все. То есть для того, чтобы попасть на китайский сервер, недостаточно просто ссылки именно либо самого клиента. Клиента вы скачаете, но зайти все равно не сможете. Рассказываю, как именно зайти и зарегистрироваться. То есть изначально у вас появляется окошко с регистрацией. Вы нажимаете белую кнопку, не регистрации, а входом. Но так как у вас нет аккаунта, вы нажимаете белую кнопку, да, вот эту вот. И, соответственно, вводите вот здесь вот данные. Первое — это логин, второе — пароль. Третье — номер телефона. Вот. И нажимаете зарегистрировать. После этого, да, вот эта вот кнопочка. После этого у вас появляется такое окошко из желтой кнопочкой. Два вот таких вот рядочка, да, две строки. И вот желтая кнопка. Первая строка — это ваше имя. То есть, ну, как бы реальное имя. Вы можете туда ввести все, что хотите. Там Степа, Леша, не знаю, там Нагибатор и всему тому подобное. А вот вторая строка — это ID-карточка китайца, персональная ID-карточка китайца. Это как, я не знаю, код паспорта, ну, грубо говоря, номер паспорта. Для того, чтобы ее получить или написать, вам нужно где-то ее взять. Соответственно, вторая ссылка также в описании. Это сайт с генератором случайных ID-карточек китайцев. То есть после вот этой регистрации, после того, как вы ввели имя, вам нужно зайти на этот сайт по ссылке, соответственно, там создать ID-карточку, желательно 18+, там вы вводите данные, оно вам генерирует. Потом скопировать эту ID-карточку и вставить вот сюда. После этого потом каждый раз вам вводить ее не нужно будет. Там будет просто выскакивать окошко, вот такое вот окошко с белой и желтой кнопкой. Просто белую будете нажимать, и все. После этого регистрация закончена, и вы уже можете зайти в игру. Так, это одно из полвидео, скажем так. Вторая половина видео — это то, что нас ждет в будущем. Здесь вот китайцы, вот обновление на китайском, но мы уже общими усилиями немножко перевели. И, в принципе, частично, скажем так, не стопроцентно можем сказать то, что здесь обновят, и то, что в скором времени, надеюсь, придет и к нам. Первое обновление — это обновление босса. Каждое воскресенье обычный босс будет недоступен, а вместо него будет босс хаоса. На этого босса хаоса можно будет сходить только раз в день. И на 7-й этаж к боссу хаоса будет пускать 20 команд. Механика, чем интереснее и что там будет не так, то что на 7-м этаже будет PvP зона, и все команды, которые туда попадут, будут между собой PvP-шиться. Туда будет пускать всего 20 команд, и также при убийстве противника на 7-м этаже вы будете повышать свои характеристики на время босса, именно на время рейда. Вот, то есть, ну, это опять-таки, это то, что мы перевели, и насколько оно будет точно именно, и насколько оно дойдет к нам именно в таком виде, еще неизвестно. Возможно, это какая-то тестовая площадка будет. Дальше будут какие-то изменения в Граале. После этого будут изменения в карточках эволюции. Будет изменено древо эволюции, да, если вот сейчас мы посмотрим, по-моему, здесь есть... Да, вот древо эволюции, три ветки, и я так понимаю, что будет добавлено, и будет еще какие-то ветки добавлены в древо эволюции, возможно, будет больше карт здесь на героях, и это немножко изменит, скажем так, баланс карточек, то есть они будут более актуальные. Также будут изменены сами карточки, и будет больше звезд, они будут давать больше бонусов. Потом еще гены. Изменены будут гены. Будут добавлены призрачные слоты, которые будут давать всего лишь 30% своих параметров. То есть не полностью, как они должны отдавать мощь. Да, там, то есть если написано, что он дает там 600 атаки, он будет давать всего 200 атаки, например. То есть будет не 10 слотов, а дополнительно еще какие-то будут 1, 2, 3, я не знаю сколько, но будут добавлены слоты. И они будут...
давать не полную мощь, а немножко частично, всего лишь 30%. Также там здесь пишется, что с красными иенами будут какие-то прорывы, и дополнительно они будут давать большим бонусом. Также изменены будут аспиды, максимальный уровень 300, и как... Да, всего лишь максимальный уровень 300. То есть это вот примерные такие вот обновления, которые зайдут на китайский сервер. Когда они попадут, мы уже сможем посмотреть, возможно, более точно. Это всего лишь анонс обновлений. И надеюсь, что в скором времени и в наших серверах появятся такие обновления. В принципе, я думаю, что это очень даже интересно и изменит немножко и механику. Не механику, а ну как... порядок, и что-то будет интереснее немножко добавят, это логово и карты более актуальные станут. В принципе, все. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.